Hi, can I help you? Эй, можем ли мы вам помочь? Yes. First thing we're gonna do is apply pressure to the injury. Первое, что необходимо сделать, это нажать на рану. Next, we're gonna apply clean pads to the injury. Следующее, необходимо достать чистую марлевую повязку и наложить на повреждение. If it bleeds through, we can apply more pads. Если кровь просачивается через марлевые повязки, нужно наложить дополнительные повязки. Next, we're gonna wrap the injury. Следующее, необходимо забинтовать повреждение. Make sure to wrap it tightly. Убедитесь, что бинт накладывается туго. Tuck the end under the bottom. И конец бинтовой повязки можно положить под предыдущие слои бинта.